лесные пожары? Да, лес горит после обстрелов. Они вот стреляют в район станицы, куда попало, куда могут. Поля горят. Поля горят. Все горит. Земля горит. В станице Луганской на передовое ополчение. Из-за того, что здесь работают крупные калибры, всю бронетехнику стараются зарыть поглубже в землю. Вот капонир для БТР ополченцев. Сушку можем. С группой мы идем на позиции. Станица Луганская. Техника не пройдет здесь? Это ж не для техники. Это человек, который... Это работа. Один раз он в нелях-то осыпается. Один выстрел, он ощупит полметра. На следующий отряд по пункту, который будет ходить и смотреть, что происходило. Пусть все на протяжении слева, справа, это идет фронт именно станично-луганский. Откуда прорыв возможен? Дело в том, что многие идут направления. Идет, допустим, отсюда через станицу, есть через Николаев возможность бурот пройти, через Металлист. Ну, вот Металлист так, это вот это, да? Вот там вот. Это Вергунка, это Красный Яр, а через гору получается Металлист. Красный Яр сейчас... Что за река? Это Северный Донец. Северский Донец. Да. Наша. Ну, так как речка нам везет, поэтому они сюда и не тхнут. Потому что мало того, что здесь высотка, а высотка это, понятное дело, проблема для того, чтобы сюда проехать. Никто сюда и не сунется. Но сюда не совались ни разу, да? Нет. Где-то что станица наша, Кондрашовка тоже все это наше. Как река называется? Северный Донец. Ну, видно так? Да, апартаменты. Ну, что я надо? Вам скажу, вот это вот, здесь вы наблюдаете под одеяльничек, белые стены, постельная, просто... Это сколько звезд? Это у тебя отель сколько звезд? Подвесной потолок же есть, натяжной. Ну, да. Даже есть кондиционер, ну там надо одеялся откидывать, чтобы кондиционер заработал. Ну, раз у тебя зушка, у тебя кондиционер, это понятно. Да. Вот, ну там вот блиндажик, тут мы, в принципе, живем. Кушаем там дальше как-нибудь, ну, может быть, покажу, может, не покажу. Посмотрите. Ну, прохладно, хорошо у тебя тут. Да, ночевать здесь, а дождя нет у нас здесь абсолютно, сырости нет никакой, как видите. Можете даже попробовать, у нас постельное не сырое. Спим как люди, раздеваемся, отдыхаем. Ну, слушай, уезжать не захочется потом. Ну, а что делать? Да, ну это так, если там земля не сыпалась, сверху не сыпалось ничего. По крайней мере, ребята спят. И как ты такой дизайн называешь, связной?
Ну я вам скажу, это микроотель походу. Это новый термин, ну косично. Ну звездочки 3 точно, потому что даже по утрам здесь подают кофе, я вам скажу. Я периодически здесь получаю кофе и чай. Каждое утро, в принципе. Ну здорово. Вот. Ну здесь мы отдыхаем. Добро. Да, молодцы. Мой товарищ позывным Седой, родом из этих мест. Я прошу рассказать, что происходит на этой линии фронта. То есть воюет. Чем они здесь заканчивают? Война у нас началась, можно сказать, в конце мая. Вот один из бойцов дал там, значит, ночью пытался прорваться батальон Днепр. Это все понятно, это кратенький батальон. Там, где-то в 0.30 начался сильный обстрел автоматом. Ополчение отбило, и они ушли. Чуть дальше, там все Воловуйское, они ушли на программу заставу. Вот еще один блокпост, так называемый Старый мост, это обиходное название, 2 июня, это тот памятный день, когда штурмовики нанесли удар по Луганской ОГА, когда погибли гражданские люди. Тут также был произведен пуск, ну, сами. Лично Ивка заходила в атаку, два штурмовика Су-25. Некоторые НУСы не разорвались. Это плавши не разорвались, потому что в это же время, буквально во время атаки, уничтожал рейсовый автобус на Шутнове с обычными людьми. Именно в момент удара. Ну, сейчас подразделение украинской армии, называемой армией, которая выйдет со своим родом, находится в районе Ольховой. Это буквально вот там. Сразу? Да, да, там. Там же находится блокпост. Макарова. Где 13 июня, там, как фашисты действительно, 4.30. Начали гаубичный обстрел. И как всегда, ну, я думаю, что специально. Блокпост был цел. Пострадали гражданские люди. Ну, обычные люди. Были разбиты дома. И так они воюют. Ну скажи, пожалуйста, вот эту речку же взять нельзя? Это река Терехи, да нет. Красивейшие места. Я так понимаю, что вот тот факт, что здесь сотнями гибнут тех, вот кого на убой гонят, это фактически однодневно получается. Да, они гонят молодняк на убой. Тут рассказывают про то, что произошло недавно. Ну да, их накрыли градами. И буквально вывозили КамАЗами. Ну, кто их добил? Да, потом добивал раненых. Раненых добивал командир подразделения. С какой целью? Скрытие информации, скрытие правды, истинной правды, настоящей. Чтобы не бежали из армии, да? Чтобы не бежали из армии. Ну, чтобы мир не узнал, что здесь творится. Ну, в принципе, вот речь идет о том, что мы будем все-таки сгенерировать трупы, где сильно там 800 человек они закапывают под видом того, что это дезертиры, и просто эту информацию не заводили. Правильно, то, что информация идет, западные СМИ надозированные, исковерканные, и настоящую правду. Я сюда показываю только российское телевидение. Скажи, пожалуйста, снайпера чьи тут работают? Снайпера, ну, кроме вооруженных сил, ну, этих национальных правого сектора и так далее, работают иностранцы, французы, итальянцы, польши. Молодые ребята. Ну, Литва тут тоже. Литва, да, Прибалка тоже отличается. Белые колготки. Ну, то есть это показания пленных, как я понял, да? Да, это показания пленных, это информация соответствует действительности. И причем тоже с запада гонят молодняк, 18-22 года где-то. Пока. Но они сейчас, по нашей информации, начинают отсюда бежать, когда поняли, что, так сказать, град после их, так сказать, всех. Ну конечно, они поняли, что это настоящая война. Да не только они стреляют. Ну да. Да и мы стреляем. Это наша земля, мы боремся за свою свободу. Ну то есть, грубо говоря, Седой, тебе уже, так сказать, все равно, так сказать, сколько оттуда народу пойдет, все да, они здесь лягут. Они здесь лягут. То есть сомнений в том, что победа будет за вами? За нами правда. За нами будет победа. Я более чем уверен. Рано или поздно победа будет. И рано или поздно, я думаю, они одумаются. Даже молодежь, если молодежь меня слышите, Западная Украина. Ребята, не едьте сюда. Мы вас будем просто убивать. Давай, победа.